Здравствуйте, дорогие друзья! С вами мастер Фиде Роман Ежов. Мы продолжаем с вами играть дальше на сайте lichess.org. Пытаемся подобраться к рейтингу 2500. Так, создать игру по 3 минуты. Ну, кого нам дадут? Ищут нам соперника. Так. 2324, я с ним уже играл. Посмотрим, получится ли сейчас меня выиграть. По-моему, с ним у меня была система ежа, насколько я помню. Ну, я думаю, что можно повторить. Ну да, так же. b6. А, он изменил чуть-чуть. Он чуть-чуть изменил. Но от этого наша игра не меняется абсолютно. Так, d6, чтобы e5 не было. Так, слон e3. Ага. Развиваем коня сначала. f4. Ясно. Он настроен агрессивно у нас. Надо развиваться быстрее. Ладья c1, ну, я, наверное, ладья c8 покажу. b3. На этот раз он как-то так аккуратненько играет. Слон b1, ага. Давайте мы уйдем ферзем. Пока все ходы достаточно программны, ждем его ошибки. Может, дождемся, посмотрим. Так, что мы будем делать? Я думаю, ладья e8 надо играть, да? Давайте ладья на e8 поставим. Ждем дальше, что он будет делать. h3, какие-то странные ходы он делает. Так, конь-то без защиты. Давайте-ка подорвем b5. Можно было сразу, кстати, не ладья e8, промедление, сразу b5. Ну ладно. Хорошо, что этот ход прошел у нас. Так. Еще задвинем. Куда отскочит конем? На f3 должен только, да? Что-то сидит, думает, непонятно. Вроде один единственный ход. Не на c2, что он его поведет. Ого! Еще себе. Ну, давайте я съем. Так. И чё? Не понял ничего. Ну и ладно. С лишней фигурой. Люблю играть с лишней фигурой. Защищу. Так. Давайте h6 покажу крепенько, чтобы тут на g5 поле было, в случае чего конь g5 будет. Заодно g4, g5 нет у него такой идеи. Так, шаг дадим. Пора убирать коня. Может, зря давал шаг, не знаю. Так, связку делать снова. Ну, иду. Иду. Зря я давал шаг. Надо было сразу конь цеплять. И он стоит. Понятно. А вот такой вот тычок. Сейчас конь d3, где-то d5 будет. Так, защитился d5. А вот если конь h5. Ага. Могу же теперь? По-моему, могу. Так. Сюда. Давайте коня назад. Ушел, вот значит пора конем на d3.
У нас теперь великолепно стоит конь. Соперника явно бесит этот конь. CD, тогда конь D5, ферзь E4 нету из-за слон C5. Ну, то есть все у нас, по-моему, даже великолепно, чисто лишняя фигура. Захотим, поменяемся. Не захотим, не поменяемся. Ну, что, будем меняться? Давайте я сначала съем пешечку. Испорчу ему пешечную структуру. И теперь, наверное, просто ее съем. Не буду я есть этого слона. Висит конь. Ну так, пограживаю съесть этого слона. Все замечательно. Что будет делать? Наверное, будет сдаваться. Да. Повезло нам, вторую партию у него уже выиграли. Давайте посмотрим с вами немножко. Поанализируем. Но я думаю, что партия была проведена практически чисто. То есть не вижу здесь никаких оснований, где я мог допустить ошибку. Вроде. Значит, B3 аккуратно. Рокировка. Компьютер B4. Но компьютер не понимает эти позиции. Он здесь, конечно, пишет плюс единица. Это на самом деле не так. Ладья D1. Вот здесь уже сразу B5 был ход. Я его проморгал. Ладья E8 походил слишком примитивно. Здесь, наверное, А4 надо было, чтобы B5 не было хода. То есть, вообще, наверное, неудачный ход ладья C на D1. Не знаю, что уж советовать. Но уж если ставить на D1, так может вот эту ладью, а не C на D1. Потому что конь действительно без защиты остается. Значит, H3. Еще один непонятный ход. Я сразу B5. Здесь я уже увидел. F5. E5. Слон D8. Ничего себе. Слон D8. Все, передумал компьютер. Но слон D8 это очень смело. E5, по-моему, все просто. Ну и здесь конь B5. Это непонятная жертва. Конь должен уходить на F3. Я бы съел бы. Съел, съел. И не знаю, додумался бы я бы до хода конь H5. Не уверен. Не уверен. Шансы на слон d8, например, были бы больше. Слон d8, слона потом на a5 перевести. Вот. Ну, была бы интересная игра. А так соперник пожертвовал. Конем надо было брать, да? Я слона захотел разменять. Съели, съели. Ферзь f3 защитил. Да. d5 сразу. d5. Ну, точно. Конь на b5 же подвисает. Брать пешку нельзя. Как я так не увидел? h6. Сюда. Но я думаю, что здесь по-всякому выиграно. Е4, ферзь g3, напал. Ферзь g4, шах. Сюда. Ну да, здесь. Здесь очень уверенная победа. Ладно, спасибо всем за игру. До новых встреч.